Легка дорожка, коли есть гармошка. На юбилейный 15-й фестиваль-конкурс «Играй гармонь» в Иваново приехало более 250 участников со всех уголков необъятной родины. Чтобы зрители и жюри оценили талант каждого, потребовалось целых 5 дней. С утра до вечера в зале бывшего Дома культуры железнодорожников разливалась звонкая народная музыка. В финале лучших наградили дипломами участников и лауреатов. Самое главное, конечно, в искусстве – это талант. И вот оно должно быть абсолютно естественным, не наработанным, не придуманным. А вот оно льется, когда от сердца, из души. И, конечно, виртуозное владение инструментом, безусловно. Это важно, владеть инструментом здорово, чтобы можно было выразить все. Особенно жюри поразил 20-летний юноша из Вологды Антон Труфанов. Играет на гармонии с 4 лет. На конкурс представил несколько композиций. Одна из них – вариация романса «Очи черные» в современной обработке. Отточенная техника исполнения и яркий образ принесли гармонисту гран-при фестиваля. От организаторов Антон получил памятный подарок – изящную шуйскую гармонь. Молодой человек уверен, что такую музыку нужно сохранять и передавать потомкам, учить детей играть на русских народных инструментах – гармонии и баяне. Чтобы сохранялась традиция, чтобы все знали культуру русскую, не только в России, как бы они могли и в другие страны приехать, показать уже русскую культуру. Вот просто в сентябре поеду в Италию, буду там демонстрировать русскую культуру. С каждым годом количество участников не уменьшается. Например, из Кировской области приехала целая делегация, более 60 человек. Пустых мест в зале нет, а это значит, что гармонь на Ивановской земле заиграет еще не раз. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.